Иван, повелитель боли. Что, больно будет? Как договоришься? Че, погнали? Правда ли, что Алексей Миранчук познакомился со своей девушкой, заказав ей куриный суп на пляже? Правда. Боль. Оу! Это был Антон Миранчук. Правда ли, что Александр Коломеец в детстве занимался хоккеем? Неправда. Ложь. Правильно. Правда ли, что Ведран Чорлука родился в Боснии и Герцеговине? Ложь. Боль. Ведран Чорлука родился в боснийском городе Дервента. Правда ли, что Брайан Идоу хотел бросить футбол и заняться рэпом? Правда. Боль. Правда ли, что в детстве старшие ребята издевались над Дмитрием Бариновым? Ложь. Баромашина. Боль. В Раменском партнеры по команде отнимали у него мамины конфеты. Правда ли, что Маринато Гилерми ходил на кулинарные курсы, когда переехал жить в Россию? Ложь. Правильно. Правда ли, что Фарфан за всю свою карьеру поиграл в самом большом количестве команд среди игроков Локомотива? Правда. Боль. Нет, Джефф много в команду играл. У Бориса Ротенберга больше. Да. Правда ли, что Дмитрий Живоглядов в 14 лет подрабатывал на мойке, чтобы купить билет на финал Лиги Чемпионов в Москве? Ложь. Правильно. Правда ли, что Лука Джорджевич был в списке из 33 лучших футболистов чемпионата России прошлого сезона? В прошлом сезоне он тоже играл хорошо, забивал. Но я думаю, правда. Правильно. Чё, нормально? Да. Как, выиграл или проиграл?